На входе в галерею Паршина раздают индийские мудрости, а всем девушкам рисуют бинди. Это так называемый третий глаз, символ правды в индуизме. Все это лишь малая часть воспоминаний о путешествии Дениса Суворова, остальное в работах креативного фотографа. Пока мы с вами переживали российские морозы, ставропольский фотохудожник искал уникальные кадры под палящим солнцем Азии. За 3 месяца Денис Суворов успел посетить 8 стран. Больше всего по душе пришлась Индия. Художника поразил резкий контраст с Западом. В абсолютной бедности люди здесь не перестают радоваться жизни. Собственно говоря, поэтому я назвал выставку «Принимая жизнь», то, что люди принимают свою жизнь, какой она есть. То есть невзирая ни на что. И нам, как людям западной цивилизации, очень полезно там побывать, чтобы этому принятию научиться. Пожилой индус в городе мертвых. Дети в развалинах и трущобах. Тяжелый труд в бедности и разрухе. На честных снимках Дениса Суворова жизнь и быт Азии без прикрас. Очень интересно смотреть, как проходит стирка в Индии. Да. Особенно если ты там не был, очень интересно знакомиться с этим процессом. Каждая фотография, она... отдельная история, вот, и этим хороша. То есть против каждой фотографии можно стоять, додумывать историю и вообще просто пережить ее. Большинство снимков сделаны в Индии. Тысячи людей здесь спят на улице. Худые и слабые индусы, чтобы выжить, делают тяжелую физическую работу. За чертой нищеты местные жители умеют находить радость в жизни. А ставропольский фотограф среди разрухи и лохмотьев смог увидеть истинную красоту. Он, может быть, не такую парадную Индию в нашем представлении, да, с Тадж-Махалом, с какими-то дворцами, а увидел эту страну изнутри. А увидеть страну изнутри и почувствовать ее дух, ее людей, это, мне кажется, важная составляющая творческого человека, каким является Денис. Если отпуск уже позади или просто нет возможности отправиться в путешествие, то погрузиться в атмосферу других стран можно, не выезжая за город. В галерее Паршин выставка «Принимая жизнь» продлится до 15 августа. Мария Жирова, Роман Солодовников и Иван Дацунов, АТВ «Ставрополь».